В 2020 году «Орел» вошел в топ-50 городов по числу обращений к телемедицинским специалистам. Эта платформа позволяет пациентам быстро попасть на консультацию к врачу, получить необходимую информацию и заключение специалиста. Сервис «Сберздоровье» представляет широкую линейку услуг. Это такие основные услуги, как запись онлайн к врачу и телемедицина. Телемедицина позволяет воспользоваться этим сервисом в любое время, 24/7, а также записаться к узкопрофильным специалистам. На платформе «Сберздоровье» можно найти более 4000 клиник России. Получить медицинскую поддержку можно более чем от 200 тысяч практикующих врачей. Достаточно лишь связаться с доктором посредством видеосвязи, либо сделать аудиозвонок или написать в чат. Именно так и поступил бизнесмен Тельман Автандилович, когда почувствовал недомогание. Сервисом «Сберздоровье» телемедицина воспользовался однажды, когда находился за территорией Орловской области в командировке, и было небольшое недомогание, то есть сразу же поднял телефон, залез, позвонил. И через 2 минуты соединился с терапевтом. После оказанной помощи квалифицированных специалистов он решил сделать своим сотрудникам полезный подарок и подключил сервисы телемедицины от Сберздоровья. В трудное время нужна профессиональная консультация с профессиональных врачей. Да? И в связи с этим при выборе к праздникам 23 и 8 марта сотрудникам компании «Партнер Агро» не было никакого сомнений, что им подарить. Получить расширенную консультацию и подключить сервис телемедицины может любой желающий в любом офисе Сбербанка. Наталья Балашова, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».